друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Если вы здесь впервые, то вдвойне добро пожаловать. Я очень рада, что вы присоединились к нашему корейскому сообществу, в основном на моем канале именно про Корею. Сегодня речь пойдет именно про один из таких интересных, на мой взгляд, брендов, Hidje. Это то, что будоражит мой инстаграм, мой директ последние, наверное, месяца полтора. Очень многие спрашивают про средства, пробовала ли я, как мне нравится или не нравится. И вы знаете, я специально какой-то нейтралитет выбрала в отношении этой компании первое время для того, чтобы все-таки основательно протестировать те средства, которые я приобрела, а я купила практически всю линейку, как обычно. В общем, если я что-то пробую, то я пробую довольно основательно. Вы уже, наверное, знакомы с моим подходом. Поэтому полтора месяца примерно я тестировала все средства в комплексе, что-то чуть дольше, что-то чуть меньше. У меня готово какое-то финальное мнение, я сегодня спешу поделиться им с вами, поэтому, если интересно узнать чуть больше про Hidje, оставайтесь со мной. Что касается вообще самой философии Hidje, давайте начнем с этого. Мне она, на самом деле, очень импонирует. Она заключается в любимой многими фразе «less is more», то есть минимизация количества банок на нашей полочке и максимизация полезности одной из них. В принципе, практически все средства, они числятся как all-in-one. All-in-one – это значит, что одно средство может вам заменить сразу все. Не больше, не меньше, а все. То есть вы покупаете одно средство, и по сути, как говорит компания, они могут однозначно утверждать, что одна эссенция или один крем заменит вам полноценный уход многоступенчатый. На самом деле это очень выгодно отличает компанию на корейском рынке от прочих, потому что, как вы знаете, у корейцев популярна вот эта система наслаивания, да, вообще у азиатов. И вот такие вот компании, они, конечно, сразу за счет своего вот этого маркетингового хода, за счет позиционирования такого, они, конечно же, выбиваются вперед. И очень интересно попробовать, как же вообще удалось создать такие гениальные формулы, которые могут заменить сразу использование нескольких баночек. Я купилась, скажу сразу, когда только я увидела эти очень лаконичные в своем оформлении продукты, а выглядят они, поверьте мне, действительно очень-очень лаконично, я покажу в макросъемке все это, они действительно привлекают внимание, они вызывают интерес. Вообще, Hidje переводится как получать удовольствие в самых небольших каких-то вещах, ну, то есть это на самом деле очень такая, тоже, мне кажется, наша житейская философия, которая многим близка, и здесь они предлагают написать what is your Hidje, то есть оставляют место для вашей фантазии, для того, чтобы вы смогли, пользуясь продуктами, немножко еще и пофантазировать о своем, о своей вариации на тему Hidje. У меня в комплекте, в моем, который я использовала и тестировала, повторюсь, практически все продукты, а их линейка довольно узкая. И что есть у меня в наличии? Очищающее средство, три эссенции, крем и мист. Собственно говоря, нет только тканевых масок, хотя я тоже их пробовала и обязательно поделюсь с вами своим мнением, просто картинки вставлю, и cleansing water, очищающая вода, просто это не мой тип продуктов, я таким не пользуюсь, поэтому сегодня показывать не буду. В целом могу сказать, что продукты, которые себя позиционируют как все в одном, они, конечно, изначально какой-то кредит доверия требуют, и, соответственно, когда мы начинаем пользоваться этими средствами, хочется чего-то вау. Именно с этой позиции я буду оценивать сегодняшние продукты, потому что хочется, чтобы вот эта философия, она на деле была оправдана, согласитесь, да? Что касается первого средства, это средство для очищения, это пенка, которая называется All-in-One Care Cleansing Foam, предлагают использовать это средство как все в одном, как продукт, который заменит вам и гидрофильное масло, и пенку, то есть вы сможете использовать его в качестве очищающего средства, ну и плюс, соответственно, потом еще и умываться, как, например, в формате дневного очищения, да? Пенка выглядит вот так, у нее удобный дозатор, я, в принципе, очень люблю такие пенки, которые сразу выдают вам довольно такую густую пену, она действительно очень приятная по ощущениям, во всей, абсолютно во всей линейке прослеживается один и тот же характерный, довольно легкий, такой ненавязчивый аромат, абсолютно ненавязчивая одушка, которая, мне кажется, никого не напряжет, это тоже большой бонус, поэтому даже если ваша кожа гиперчувствительная, вам эти средства однозначно подойдут. В отношении
завершении пенки она выдает такую очень молочную, воздушную пенку, воздушное облако. Этот дозатор потрясающий на самом деле, выдает вот нужное количество продукта, и когда вы наносите ее на лицо, она чувствуется очень-очень мягкой, то есть она действительно абсолютно не нарушает защитный барьер, у нее правильный pH, у нее прекрасный состав. К слову, березовый сок есть во всех продуктах линейки, и это на самом деле очень здорово, потому что вместо воды, когда используется какой-то из подобных компонентов, это всегда определенная тоже такая доза доверия возникает к этим средствам. По факту пенка потрясающе очищает вашу кожу. Я не использую ее как двойное средство, то есть я всегда использую гидрофильное масло или какой-то бальзам, но могу сказать, что эта пенка, она действительно очень хорошо кожу очищает. Если у вас остаются какие-то, например, недоочищенные участки на вашем лице, если тушь плохо снята, то пенка, в принципе, поможет вам доочистить вашу кожу. Это мягчайшее средство, не раздражает глаза, не вызывает ощущения какого-то почувствия в области слизистой. Это довольно частая проблема для многих. Если у вас чувствительные глаза, вам эта пенка тоже просто шикарно подойдет. В общем, очень-очень положительное впечатление оставила после использования. С удовольствием пользуюсь и искренне рекомендую вам, если вы любите именно форматы пенок, да, то вот такие вот воздушные продукты, это однозначно must-try продукт. Далее, собственно говоря, самые такие культовые продукты у данной линейки – это эссенции. Эссенции у них всего три. Они отличаются по составу немного. Могу сказать, что в целом они и внешне слегка различны. Давайте мы начнем с самой такой многообещающей, которая оказалась у меня первой. Она так и называется All-in-One Essence и позиционируется как средство очень самодостаточное, то есть производитель говорит о том, что вы можете абсолютно точно использовать это средство соло, без всего вообще, то есть на сухое лицо предлагается наносить вот это средство, тоже покажу вам поближе, и использовать в качестве и тоника, и сыворотки, и всего-всего-всего. Что касается состава, здесь довольно большое количество увлажняющих компонентов. Запах, повторюсь, у всех средств абсолютно одинаковый, большое количество натуральных экстрактов. Они себя, конечно, позиционируют как супернатуральный бренд, я не могу сказать, что это какое-то эко или что-то органическое, что-то вообще супер-мега-натуральное, но там много натуральных экстрактов, и это, конечно, радует, потому что увлажняющие способности данного средства, они, конечно, высокие. Здесь есть пептиды в составе, здесь есть масла, которые присутствуют во всех трех эссенция. Производитель утверждает, что вы можете использовать эту эссенцию, даже если ваша кожа жирная. Я, если честно, немножко побаиваюсь рекомендовать жирной коже подобные средства, потому что мне кажется, что это спорный момент, и вот так вот, закрыв глаза, посоветовать абсолютно всем, у кого жирная кожа, любую из этих эссенций, я бы не стала. Я бы абсолютно точно рекомендовала, если у вас кожа жирная и проблемная, попробовать сначала эти средства, потому что здесь есть такие спорные компоненты, на мой вкус. Если кожа проблемная, если она жирная. Если она у вас не проблемная и не жирная, вы можете выбирать абсолютно любую. Это самая густая по консистенции. То есть, когда вы продукт получаете, когда он выходит у вас из упаковки, это самая-самая густая эссенция, которая представлена в их серии. Она самая питательная, она самая такая полноценная, вот именно в плане самодостаточности. То есть, когда вы ее наносите, нет ощущения, что что-то коже не хватает. Я, естественно, использую такие средства только в комплексе хотя бы с кремом из одноименной линейки. К слову, когда я тестировала эту серию, я всегда делала только вот так. Или другую эссенцию и этот крем. То есть никогда не было каких-то других продуктов из других линеек. Я хотела действительно проверить на самодостаточность вот эту вот композицию. Хочу сказать, что эссенция мне очень понравилась. Она действительно может, например, после спортзала заменить вам все. То есть вот вы вышли из зала, нанесли это средство, и оно заменит вам все. Безумно крутое увлажнение, очень хорошо ощущается на лице, кожа мгновенно мягкая и очень комфортно себя ощущает. Поэтому, если вы спросите, советую ли я, однозначно рекомендую, и, наверное, это самая универсальная из всех представленных эссенций. Вторые две, они немножко более узкопрофильные, сказала бы я так. Здесь есть версия, которая называется, вот эта версия Fresh,
вот эта версия Fresh, а это Balancing, по-моему, называется. Фишка продукта, который называется Balancing Essence, заключается именно в восстановлении баланса комбинированной кожи. То есть этот продукт позиционируется как средство для комбинированной кожи. Фишка в том, что здесь двухфазная такая жидкость, то есть здесь масло в верхней части, и в нижней части, соответственно, сама вот эта вот миксованная, замиксованная субстанция с разными экстрактами. Здесь масел больше, чем в любой другой эссенции от вообще бренда, да. Здесь действительно очень большой процент масел. Если я не ошибаюсь, на упаковке было написано соотношение что-то типа 90-10, и перед использованием рекомендовано вот так вот это дело все смешивать. Эта эссенция тоже позиционируется как самодостаточный продукт. Ее отличие заключается именно в большом количестве масел в составе. Как вы знаете, нашей коже нужна не только вода, и это на самом деле истина. То есть те, кто говорят, что нашей коже не нужны масла, я, честно говоря, не очень понимаю, на чем базируется их теория. Это доказано, что помимо воды коже нужны масла, то есть да, для каждой кожи, для каждого типа свои. Здесь в этом продукте этот комплекс, он уже в одной формуле, в едином средстве замешан для вас. И вы можете при помощи данного продукта не использовать какие-то дополнительные средства, вот этот самый баланс восстановить. Это на самом деле очень такое серьезное заявление, потому что если этот продукт вам подойдет, вы действительно можете убить сразу большое количество зайцев одним выстрелом, потому что, по сути, вот эта вот эссенция, она может заменить вам и масло, и какой-то тоник, да, который нужно бы нанести перед маслом, потому что если вы соло масла наносите, они, конечно, могут сильно подсушить кожу. А когда мы наносим жидкие тоники, сыворотки и так далее, такой продукт, он действительно очень хорошо может способствовать более интенсивному воздействию масла, то есть они как-то в одной упряжке начинают круто работать на нашей коже. И вот здесь в рамках одного средства я хочу сказать, что это все действительно выполняется. На мне потрясающе работает эта вещь. Сейчас в плюс 35 я, конечно, масляные продукты в дневном уходе не наношу, но я хочу сказать, что это средство однозначно имеет место быть для комбинированной кожи в том числе. Вообще осень – это пора продуктов от Хиджи, скажу я вам, друзья, серьезно. То есть, если ваша осень не пройдет под вот этим лозунгом, то вы ее просто прожили зря. Это вот я вам официально заявляю, потому что они настолько правильно, грамотно и нужным образом сконструированы, вот эти средства, что они действительно могут очень много других продуктов просто выкинуть с ваших полок и вот так вот соло там торжественно стоять, добавить каких-то кислот сюда, ретинолов и так далее, и будет счастье. В общем, вот эту вещь я рекомендую для комбинированной кожи и в сторону сухой, если у вас. Если проблемная жирная, вспомните то, о чем я говорила в начале, сначала протестируйте. И самая легкая такая, облегченная, она и называется версия Fresh. Ее особенность в меньшем количестве масел в составе, но они есть, и рекомендовано также вот так вот делать, да, то есть предварительно взбалтывать. Текстура у нее самая легкая, самая гелеобразная, что, собственно говоря, и требовалось доказать, да. У нее аромат абсолютно такой же, она впитывается быстрее, чем любая из этих трех, и по-прежнему она рекомендуется для комбинированной кожи. Я могу сказать, что здесь, мне кажется, даже жирная кожа себя будет очень хорошо ощущать с этим средством. И вот если у вас жирная кожа, вот этого средства вам вполне себе может хватать соло. Представляете, какое инновационное средство вообще я держу в руках. И я, человек, который говорит о том, что одного продукта недостаточно, могу сказать, что здесь, конечно, ну, настолько все они классно замиксовали и замутили, что, ну, я сама удивляюсь своим словам, на самом деле, очень приятная вещь, серьезно, и состав прекрасный, очень правильные компоненты в составе, то есть помимо того, что есть экстракты, есть керамида, есть гиалуроновая кислота в трех вариациях, да, есть разного рода аллантоин и так далее, то есть то, что действительно кожу хорошо увлажняет, и, соответственно, березовый сок, который, как я уже сказала ранее, есть во всех позициях, о которых сегодня идет речь. Поэтому, друзья, я сама для себя выбрала такую схему ухода. Я их использую как сыворотки, то есть как дополнительный этап, да, в увлажнении. Соло я не использую эти продукты, потому что я использую слишком большое количество каких-то активных ингредиентов, типа кислот, которые могут сильно подсушить вашу кожу, и действительно этого средства может быть недостаточно. Но если у вас в уходе
не такое большое количество отшелушивающих продуктов, которые подсушивают кожу, если вы человек, который только знакомится с корейским уходом, если вы просто человек, который только начинает, да, вот эти вот первые шаги делает и не знает, с чего начать, мне кажется, что вот это поистине палочки-выручалочки, которые для дневного использования очень-очень хорошо подойдут для большого количества людей, особенно на осенний и зимний период, особенно в рамках российского вот этого переходного периода плюс зима, мне кажется, что это просто будет вау. Средство, которое мне не очень понравилось, это мист. Не понравилось в первую очередь потому, что, как я ранее говорила, у миста, наверное, не знаю, 70% успеха – это его дозатор. Здесь распылитель дурацкий, он очень плохо выдает продукт, наверное, не видно, но это просто одна струя. То есть, когда он попадает продукт на лицо, вы получаете просто здесь шлепок и здесь. Приходится это распределять пальчиками, вбивать и так далее. Состав хороший, я использую это средство обязательно, то есть я его использую как тоник, просто наношу на лицо и вот так вот прохожусь пальчиками, чтобы хорошо кожу увлажнить. Но могу сказать, что это средство в качестве какого-то мелкодисперсного, легкого освежителя для вашей кожи точно не подойдет. Не рекомендую его, потому что знаю лучше мисты. Но если вам хочется иметь мист с хорошим составом для домашнего использования, когда вы на сухую чистую кожу наносите, несложно вам сделать вот так, как делаю я, да, вы не боитесь повредить макияж, тогда это, в принципе, очень неплохой вариант. Но мы с вами перфекционисты, ищем варианты, которые 10 в одном, которые и так наперекосяк можно использовать, поэтому если с этой точки зрения подходить, то, наверное, немножко не попал. И последнее средство, на котором хотелось чуть подробнее остановиться, это, конечно, их крем. Мне кажется, что крем – это звездный продукт у данного бренда, потому что он для меня стал неким открытием. В первую очередь я хочу сказать, что если вы ищете не аналог по составу, не аналог по форме выпуска, а потому как продукт себя ведет на коже для продукта J1 HANA Cream, официально вам заявляю, что это средство очень похоже работает. На моей коже, на коже возрастной, моя мама использовала это средство, у меня есть несколько отзывов на данный продукт, и очень многие говорят о том, что средство действительно похоже работает. В чем схожесть? В первую очередь консистенция, она тоже кремовая, это очень базовый, бело-кремовый такой продукт, покажу тоже вблизи, который хорошо кожу увлажняет, садится так, как надо. Если вы используете средство днем, набираете чуть меньше, и у вас дневной крем. Несмотря на то, что здесь большое количество питательных, насыщенных таких ингредиентов, типа керамида, например, да, здесь есть в составе, также и пептиды, и гиалурон, и все-все-все здесь, все как надо, в общем, с формулой, вы наносите меньше, у вас абсолютно нет ощущения какой-то пленки, жирности и так далее, есть просто ощущение комфорта, и это на самом деле просто, ну, невероятно ценно, потому что, когда ты ищешь универсальный крем, на утро и на день, тебе хочется, чтобы вот он именно такой был, поменьше нанесла на день, побольше нанесла вечерний, да, уход, его можно совсем миксовать, его можно миксовать с сыворотками Ordinary, разбавляете с какими-то антиоксидантными сыворотками, у вас получается вообще вау-мега-уход, который заменит много-много всего, и это действительно превращается в средство all-in-one, в паре с любой эссенцией, немножко поиграйте с консистенциями, да, подумайте, какая для вашей кожи эссенция более благоприятная будет, и вот вам уже серьезно полноценный уход, сюда добавляем антиоксиданты, сюда добавляем кислоты, и больше ничего нам не надо, потому что здесь все то, что нужно, и правильные липиды, и вода, ну, я на пальцах, да, опять-таки поясняю, то есть и жиры, и вода здесь есть большое количество натуральных компонентов, небольшое количество химии, которые все это в правильной концентрации, когда замешано, превращается действительно в очень удачный, на мой взгляд, продукт, поэтому я его называю очень хорошим, базовым увлажняющим и питательным кремом, который будет работать с вашими первыми возрастными изменениями, и не с первыми тоже, потому что лифтинг присутствует, когда вы наносите, мне кажется, что кожа прям сразу подтягивается, по крайней мере, я чувствую упругость, понятно, что мы с вами не говорим о том, что я как бы имею какие-то серьезные возрастные изменения, и тут же у меня там все затянулось куда надо, нет, я говорю о другом, я говорю о том, что при нанесении вот эта вот плотность кожи, она сразу чувствуется, и когда ты наносишь это средство, ты понимаешь, что оно что-то с тобой делает, и это просто бесценно. Я наносила
опять-таки, и днем, и вечером пробовала и так, и так, и так. Сейчас даже в плюс 35 он ощущается абсолютно комфортно. Я не знаю вообще никаких бед с ним, потому что и кислоты, и витамин С довольно сильно все-таки агрессивно работают с кожей. И когда у тебя есть вот такая палка-выручалка в руках, это серьезно просто неоценимо. Поэтому это вот мой фаворит на сегодня, как ночной крем однозначно, просто вот 100 из 100 попадания. Рекомендую всей душой вам вот эти средства, вот эти, вот этот и пенка для умывания, это то, что я вам очень рекомендую попробовать, искренне, если вы верите в мои рекомендации, верите в мой кругозор, который на самом деле расширяется с каждым днем, я пробую многое, но немногое могу вот так вот настоятельно вам рекомендовать, это те средства, которые я вам от души советую. Повторюсь, если ваша кожа проблемная, вам не нужно бежать и покупать всю линейку, вам нужно предварительно оценить ситуацию и понять, насколько эти продукты могут быть вхожи в ваш уход. То есть, если кожа все-таки имеет склонность к акне, я бы начала с одного средства и постепенно-постепенно пробовала. Лучше, конечно, в пробниках. Идеально подойдет для кожи с возрастными изменениями, для кожи сухой, для кожи нормальной, для кожи комбинированной. При грамотном комбинировании, сори за тавтологию, с другими правильными ингредиентами, поверьте, вы создадите вот такой уход, который вас самих поразит. В общем, очень крутой бренд, друзья. Рада, что вы наконец-то, многие из вас дожили до этого видео, потому что, сори, что не отвечала на вопросы, но серьезно хотелось вот именно в глобальном таком смысле рассказать вам о своих очень положительных впечатлениях. Надеюсь, я вас впечатлила своим рассказом, и вы попробуете эти средства, потому что очень хочется, чтобы вы с ними познакомились. Если у вас есть свое мнение относительно этого бренда, поделитесь в комментариях. Я знаю, что многие уже начали использовать эти продукты. Что касается тканевых масок, пока не забыла, они офигительно крутые. Их там две. Вам надо обе пробовать, серьезно. Я просто без лишних слов скажу, что одна лучше другой. У одной супер крутая форма, которая подтягивает овал и за ушами вот так заправляется, и у вас получается сразу лифтинг. А вторая маска, она очень круто питает, увлажняет и реально как будто бы подразглаживает какие-то мелкие морщинки сухие, лицо просто как новое случается. То есть тканевые маски это априори вот так, и это просто супер-супер крутая штука. Единственное, у меня немножко аут случился с мистом, а все остальное, что я пробовала, меня восхитила, удивила и очень сильно обрадовала. Спасибо за ваше внимание, друзья, буду ждать вас в комментариях, подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на YouTube канал, если видео нравится, не забывайте поддерживать лайками. Очень рада за ваше присутствие в этом видео, мне было с вами очень хорошо, до скорых встреч, пока-пока!